сегодня в Троицком храме села Татьва состоялось особенное событие. 3 человека дали обет трезвости. А поездка незабываемая по благословению правящего епископа Ржевского и Торопецкого владыки Адриана состоялось богослужение, где смогли поучаствовать общинники. А общинники оказались здесь по благословению архиепископа Марка, и владыка архиепископ Егорьевский Марк благословил участвовать вашему покорному слуге как руководителю Координационного центра Северного Викариатства Московского по противодействию алкоголизму и наркомании участвовать в таком событии. И сегодня в храме поселка Оленина была совершена литургия, где очень многие участники общины трезвости причастились святых христовых тайн. Вчера помолились за акафистом перед образом Божией Матери непиваемой чаши. И хотя праздник иконы Божией Матери непиваемой чаши, он состоится завтра, но сегодня мы в полноте разделили ту радость, которую смогли здесь, на родине Сергея Александровича Рачинского, испытать. Вот здесь, в храме, возле которого лежит он, многие прониклись еще раз идеями трезвения. И, конечно, хочется поблагодарить и владыку Адриана, и владыку Марка, и, конечно, за помощь отца настоятеля храма Всех Святых на Соколе, при котором действует Центр противодействия алкоголизму и наркомании Северного Кариаста, отца протерея Василия Бабурина, за поддержку и за помощь во всех начинаниях центра.